Всем привет, это канал Килька ТВ, и я продолжаю играть в Clash Royale, и сегодня я попробую играть колодой только из железа. Не, ну не с одного железа, а на которых есть железо, доспехи. Давайте составлять колоду. Так, ну возьму я страж, наверное. Тёмного возьму, думаю. Так, это сложно. Ну, вот этого, наверное. Так, в пушке есть железо вроде. Ну, как бы. Ну, я не знаю, но по идее должно быть. Мне кажется, в ней есть что-то железо. Жалко, рыцарь мне не прокачан. Так, сплэш-урон кого-нибудь взять. О, есть. Есть такие в доспехе? Ну, это как бы не доспехи, это больше... что-то из кожи. Так. Кость доспехи, и он наносит сплэш урон. Так, ну давайте мушкетку. Ой, мушкетку возьмем, но она у меня слабо прокачана. О, а стрелы же они сделаны из железа, точно. Да, они шрен железные. И ракета, ну, я не очень люблю ракету. Так, это все... Ну да, понятно, им нужно кого-то для нападения. Я думаю, это Пекон. Тяжелый такой. Кого сплэш урон сейчас? Что-то железного тоже есть копья, но я их не буду брать. Сейчас сплэш урон. Мегамуху тоже что-то не буду брать. Хога тоже. А, Хога можно взять, но это, кстати, у него железная. Ну, Клауда. Ну, короче, все равно не буду брать. Стойте, стойте. Кого бы еще взять? Кого сплэш урон? Мне он нужен. Короче, я таких не вижу. Давайте посчитаем, что у ведьмы... Не, у нее есть лес, как бы. Доспехов-то нету. Ну ладно, давайте типа доспехи. Сейчас вместо кого поставить, я думаю. Так, а вместо... Сейчас подумаю. А, у Темного Принца, кстати, сплэш урон есть, но именно чтобы по воздуху. Дайте место рыцаря. Хотя рыцарь хороший. Тогда мушкетку берем, а рыцаря вместо мушкетки его. Да, я думаю, вот так как-то. Давайте попробуем этой колодой затащить. Ой, я сундуки забыла открыть, ну ладно. Так. Давайте подождем все-таки его действий. Сколько колод, кстати, стоил? Но мне кажется, она такая дорогая немножко. Хотя... О, шестой против восьмого, жесть. Мы, конечно же, проиграем. Да, немного дорогая вроде колода, хотя, наверное, где-то 3,7 стоит, 3,8, я забыл посмотреть. Так, а что я стоит? Стоит. И сейчас темного еще докинуть вообще идеально будет. Здесь у нее нет какой-нибудь ракеты. Дай, добеги, темный. Yes. И Пека, дойди. Пека, 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 давай. Стукни. Yes. Вторую тычку. Офигеть. Офигеть, как все хорошо вышло. Так. Я обычно эликсир на 10, знаете, лучше не держать. Потому что как бы он может только накапливаться, а я держу на 10, хоть бы мог раньше пойти. Но как-то я не знаю, чем пока атаковать. У меня пока все практически для деф. Так что я подожду, когда он... Ну, подождал, точнее. Когда он будет подрать.
Пламенный дракончик. Что я сделал? Стойте. Стойте, вот так вот. Сагрись на этого. Прям жесть какая. Да хара, это гигант тупой. Так, темный принц. Блин, нет. Так, прошибало долго не идет. Так, давай еще миньончиков своих докинем. Будут просто идеальные стрелы. Все так как-нибудь. Блин, зачем мне стрелки? Нет? Ладно. Так, убили этого кого? Мага, это самый пока главный. И что-то у нас не получается затащить. Колод как бы. Да. Хотя, знаете, я что-то не хочу сливать в кубки. Давайте пойдем в испытание за 10 гемов. Мне кажется, лучше там попробовать. Я кубки не хочу сливать. Я только практически на 9 перешел. Блин, правда, гем каплю, ну ладно. Колода такая более-менее, как можно еще поиграть. Так, ледяная арена. Сейчас ведьму ведьму надо пустить. О, пека. У меня какого пека? Второго вроде, или третьего. Мне пека можно сильно прокачать, но я его не прокачу, да, у меня второго. И пека сдохни. О, повезло как. Да, я в последнее время, чтобы как бы канал сделать поинтереснее, буду всякие такие проводить Clash Royale приколы. Кстати, скоро я начну фифу снимать. Просто там пока технически какие-то работы идут. Мне друг посоветовал. Только ради него я ее буду снимать. Ну, может, вам понравится, по просмотрам посмотрю, по лайкам. И... Там подумаю, стоит продолжать или нет. Просто ведьма такие чудеса творит, наша ведьма. Блин, он маг поставил, когда дракончик слетел. Так, и стражи давайте сзади молотить эту маг. И на пушку даже вот этот не пошел. Фу, маг убили. Так, быстрее сагрись на скелетиков. Фу. Топек страшный, чувак. Кстати, а знаете, скажу вам, рыцарь, на как бы самая первая карта, по-моему, в этой игре. Ну, одна из самых первых. Но она реально тащерская. Блин, я на вышку не попал. О, я капец луханулся. Да, она хорошая, на самом деле, рыцарь. За 3 элика такой урон и жизни, ну, как бы это круто, мне кажется. Стойте, а знаете, я хочу еще проверить. Блин, уже не получится, но он... Я знаю, как можно, кстати, сделать. Дай, ставь свой этого. А, мага не поставил, ну ладно. Куда пошел, не обнаглел? А сможет ли темный принц подтолкнуть пеку? Это очень интересно. Я потом проверю, сейчас просто подходящий момент. Вот. Блин, такой рыцарь поставил. Так, не подлагивай. Что-то подлагивать стал. Сдохни. Фу. И давайте как раз сейчас проверим. Дай. Скорее всего, ты сможешь подтолкнуть пек? Так.
Так, давайте добеги. Не, даже если он выдохнет, не будет, они не добегут. Так, давайте просто так неожиданно пустим принца, чтобы он успел разогнаться. Блин. Еще и проиграем, вообще круто будет. Так, сюда стрелы. Ну, хотя стрел мало урон наносит, но здесь только и нету, что они подошли. Да, проигрыш. Да, что-то надо в колоде попробовать поменять. Знаете, Пеку, хоть он и атакующий, но что-то... Как бы атаковать все равно такое ощущение, что нету. Ну, нечем. Сейчас откроем сундуки, бесплатные. Королевский. Золотой. О, 24 скелетиков. Хорошо. Так. Стрелы. Мне тоже ничего нужно. Мне еще и карты не прокачаны. Так, ну, элитку я не хочу брать, они сюда никуда не пометятся. Так, и... Кого поставить? Надо подумать. Здесь есть что-то железное? Ну, не вижу. Печка. Еще есть железо. Печку можешь поставить. Давайте сюда вот. Этой пушки. Да, в принципе. Давайте попробуем вот так вот. С печкой. Так, давайте сразу так темно пустим. Это глупо. Мы попробуем. Блин, я уже подумал, он добежал. Все, давай, стукни хоть, даже не с разгона. О, хорошо. Да, как-то противник лоханулся. Элик, что ли, копит? Да, скорее всего. Как я поставил печку? О, господи. Что я сделал? Как я печку поставил? Жесть-то какая. А куда второй дух уделся? Я уже рад был, что дракончик долетит и что-то. Куда-то он делся. Второй дух. Зачем они оба на скелетик прыгнули? Надо было как бы три как не задеть. Если это компьютер, он не может нормально соображать. Тихо, валькиры. Рискнем, я подумаю. Ну, думаю, надо рискнуть. Так, сейчас будут эти скелеты. Не знаю, видимо, с ней справиться, но я кину. Стрелы. Ой, нет, Пека не дойдет. Или дойдет. Не дошел, жал. Сейчас еще законтрим. Как-то так. Так-то, теперь вот так-то. Да, железная колода тяжелая. Да не, сейчас пахнет. Офигенно. Вот так просто сделаем. Я сейчас попробую один круг сделать. Я уже понимаю, что это колода не выиграет, тем более к армии едет. Я просто сейчас попробую перекольнуться, сделать вот так вот. Пошел! Пошел, Пека! Пошел!
Ну круто, короче. Ну эта колода играть нереально. Я на этом уже буду заканчивать. И всем до встречи. Всем пока, увидимся. Ой, стойте. Всем до встречи, всем пока, увидимся в следующих видео.